Ну что же, мы говорим вам с добрым утром. Рады, что вы все еще с нами. А мы для вас готовим сюрпризы такие. Ну, сейчас все расскажем. Мы это Марина Гесс, Степан Арефьев. Да, я напомню, что сегодня вторник, 25 сентября. Да, кстати, Степ, ты слышал что-нибудь про рок-мюзикл «Останься»? Ну, конечно, сейчас о нем говорит многие. Это уникальный экспериментальный проект с целью благотворительности и развития актерского творчества в Челябинске. А также цель проекта – это объединение творческих личностей и коллективов нашего города, которых у нас огромное количество. Да, ну а вот, кстати, автор спектакля Анастасия Супчева, она же одна из композиторов. А сюжет спектакля на актуальную тему, он прямо говорит: не тратьте свое время впустую, творите, любите, будьте счастливы. Да, впрочем, давайте поговорим с Анастасией. Анастасия Супчева у нас в гостях, автор, композитор рок-мюзикла «Останься». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Настя, ну расскажи, откуда вообще появился проект? Да. Ну вообще мы с группой Пуаре пишем песни. Это известно, в принципе. Вот, мы написали альбом песен, и потом появилась идея создать из этих песен нечто большее. То есть не просто концепция концерта, да, а сделать такую единую линию. И у нас очень хорошо получилось соединить все эти песни по структуре. Они как раз влились так в сюжет этого музыкального спектакля. Отлично. А экспериментальность проекта, вот мы говорим о том, что он экспериментальный. Ну, экспериментальность, потому что мне кажется... Потому что мы боимся, да? Ну, идем до конца, да. Ну как, конечно, мы волнуемся, переживаем, да. Тут очень много всего намешано, на самом деле, и оркестр Адика Абдурахманова. И мы пригласили артистов, которые, в принципе, известны в городе. Вот. Но у них нету опыта игры в спектаклях. То есть я могу даже по фамилии назвать, я думаю, это будет интересно. Всем известна Маргарита Разумная, да, ведущая «Радио 100». Андрей Заостровский, психолог. Ульяна Пережогина, джазовая певица. Но несмотря на то, что певица, то есть у нее нет опыта игры в мюзиклах. Вот. Максим Кобзов, это бывший ведущий радио «Интерволны», «Дорожное радио». И сейчас то есть, как я поняла, все артисты – это непрофессиональные люди, правильно? Непрофессиональные актеры. Это непрофессиональные актеры мюзикла, да. Вот так. Ну что ж, ну, споришь что-нибудь. Ну, нам да, же уже да, интересно. Да, из этого мюзикла, что, пожалуйста, да, из мюзикла, экспериментальное, благотворительное. Давай. Останься со мной, хоть немного останься со мной, хоть надей, но останься со мной, ведь на небе никто не считает минут. Прости за любовь, эту вечную глупую боль, эту веру в немую любовь. Хоть на миг задержись, там тебя подождут. Молюсь за тебя, хоть не верю, молюсь за тебя и размерю минуты души на земле, что осталось нам вместе пройти. Боюсь за тебя, что же будет, боюсь, уходя. Плачут люди, и вновь пустота забирает все силы, чтоб путь свой пройти. Я не хочу больше ждать ответа, я не хочу стоять на грани пути, я не хочу больше слышать об этом. Помоги, помоги, помоги. Я не хочу болеть усталой любовью, я не хочу просить прощения судьбы, я лишь кричу тебе сердечную болью. Помоги, помоги, помоги. Темная бездна как будто зовет никуда. Но память о тебе, лишь память о тебе, не ранит мне сердце и будто зовет небеса. Я не хочу больше ждать ответа, я не хочу стоять на грани. Я не хочу больше слышать об этом. Помоги, помоги, помоги. Я не хочу болеть усталой любовью.
хочу просить прощения судьбы. Я лишь кричу тебе сердечной молью. Помоги, помоги, помоги. Ну что ж, браво, браво, Настя. Спасибо. Браво, спасибо, ну, большое. Это вот завлекает, да. Завлекает. Если это будет настоящий мюзикл с танцами, со светом. Это будет очень интересный мюзикл, потому что там будут необычные танцы. А в одно время на сцене будет находиться практически 50 человек. То есть, представляете, оркестр, танцоры, кто актеры. Хореограф? А хореограф у нас Юлия Репицына. Угу. Это ученица Поны из колледжа культуры. Угу. Ну что ж, желаем спасибо удачи. Спасибо большое. Желаем, да, удачи. Секундочку, секундочку. Да. У нас уже запускается продажа билетов, поскольку мюзикл благотворительный. Я бы хотела сказать, где можно приобрести эти билеты. Можно ли? Ну, конечно. Вот. По короткому номеру можно узнать всю информацию. 77-66-560. 77-66-560. Вся информация, спасибо, на, да, этом номере. Да, но я напомню, что в гостях у нас была Анастасия Супчева, автор и композитор рок-мюзикла «Останься». Да, премьера мюзикла запланирована на 29 октября в Большом концертном зале Института культуры. Не пропустите. Да, не пропустите так же, как и рубрику «Коммунальный вопрос», которая будет прямо сейчас на ваших экранах.